Правительство Курганской области представляет фильм о конкурсе «Молодой предприниматель России». Вот уже более 5 лет в Курганской области реализуется программа «Ты предприниматель». Оператором программы в нашем регионе является областной бизнес-инкубатор при поддержке правительства Курганской области и Департамента экономического развития, торговли и труда. Один из важнейших этапов программы – крупнейший федеральный конкурс в области молодежного предпринимательства «Молодой предприниматель России-2014». Это одна из самых значимых наград за достижения в области бизнеса в нашей стране. Целью конкурса является выявление и поощрение самых талантливых предпринимателей, которые уже доказали свою состоятельность. Конкурс проводится в 2 этапа – региональный и федеральный. Ничто так не самоорганизовывает человека, как частный бизнес. Это самая лучшая форма самоорганизации. Друзья, я всех приглашаю в программу «Ты предприниматель». Я желаю всем участникам, которые сейчас практически дерутся за свои проекты, отстаивая их, умея хорошо их упаковать, продать, преподнести. Я желаю им всем удачи, потому что все те победители, которые сейчас появятся на нашем конкурсе, это практически наше будущее. Финальная презентация конкурсантов регионального этапа стала центральным событием 5-го Зауральского форума молодых предпринимателей. Для многих это первая возможность показать свои достижения широкой аудитории. Я решила участвовать в конкурсе для того, чтобы привлечь внимание к возможностям интернета для увеличения продаж и объемов реализации для производственных и промышленных предприятий Курганской области. Только 24 претендента попали в финал регионального этапа конкурса. Начинающие бизнесмены нашли применение своих идей во всех сферах экономики, от высокотехнологичных отраслей и компьютерных технологий до бурения скважин и выпечки хлебобулочных изделий. В состав жюри конкурса вошли топовые бизнесмены, представители власти и эксперты в области предпринимательства. Они оценивали претендентов по многим критериям – от целостности личности предпринимателя до финансовых показателей его бизнеса. Конкурс «Молодой предприниматель России» он важное значение имеет в плане популяризации бизнеса. Да? Вот, ну, есть ведь конкурс там, «Учитель года», есть звание «Герой труда», когда общество оценивает, да, вклад тех или иных людей в развитие этого самого общества. И вот, к сожалению, не было ничего такого, связанного с бизнесом. А мы хотели показать, что вот есть молодые, успешные люди, предприниматели, которые делают эффективные проекты, которые развивают свой город, да, свой регион, страну в целом. Платят налоги, дают рабочие места, делают востребованные продукты, услуги. Вот, то есть, ну, как-то делают мир лучше. Мы подводим итоги этой федеральной программы. Очень приятно видеть из раза в раз рост профессиональный, личностный у наших ребят. Ну а пока жюри подводило итоги конкурса, участники использовали это время для обсуждения недостатков своих выступлений. Но в любом случае каждый участвующий уже победитель. Молодые бизнесмены нарабатывают опыт публичных выступлений, привлекают новых партнеров и инвестиции, а главное, получают оценку начинаний от профессионалов своего дела. Это дает предпринимателям новые точки роста для развития своего бизнеса. На самом деле эти конкурсы нужны и важны. Когда молодые люди делают, стараются, вообще предприниматели развиваются, пусть даже у них нет какой-то материальной поддержки от государства, но у них есть статусная поддержка, когда они признают их лучшим в какой-то сфере в номинации. Это их подстегивает на новые вершины, на новые результаты уровня. На церемонии закрытия конгресса состоялось награждение победителей. Лучшим производственником стал Диев Дмитрий. По достоинству оценили необычное выступление Кристины Бокий в номинации «Студенческий бизнес». Лучшей в сфере сельского хозяйства стала Астафьева Алена. В сфере услуг отличился Коротов Евгений. Лучшей среди женщин-предпринимателей стала Оксана Есипенко. В номинации «Семейный бизнес» победа покорилась Суханову Дмитрию. Самый успешный старт показал Олег Романов. Все победители получили дипломы и ценные подарки. Вручили вот такой вот очень-очень крутой «Оскар». Для меня это «Оскар». И диплом победителя. Ну и, конечно же, iPad mini, iPad
Очень, очень, видимо, крутая вещь. Поэтому я очень рад, я очень благодарен всем, кто проводит такие мероприятия. Я вот выиграл, поеду на Россию, меня это очень сильно радует. Обладателем гран-при в 100 тысяч рублей стал директор Центра развития на воде «Веселый кашалот» Кирилл Музалев. Очень серьезные были соперники, очень серьезное было жюри. Тяжело было собраться, выступить. Приложили все силы и очень рад, не могу выразить как. Популяризация в целом предпринимательства, в первую очередь молодежного предпринимательства, это наше с вами будущее, будущее экономики Зауралья. Поэтому мы приложим все наши силы, знания, опыт, все те меры государственной поддержки, в том числе и прямые денежные, которыми мы располагаем. В первую очередь будем поддерживать те проекты, которые продвигаются, которые показываются вот на подобных площадках. После окончания регионального этапа комиссия в Москве отобрала самые интересные и перспективные проекты для участия в федеральном этапе конкурса. 19 декабря в здании правительства Москвы состоялся финал. В этом году в него прошли всего 57 лучших из лучших. Четверо из них представили Курганскую область. Директор Российского центра содействия молодежному предпринимательству Артем Давыдов дал высокую оценку команде нашего региона. Курган, поздравляю, то, что вы так активно принимаете участие с таким. У вас всегда, так сказать, несколько представителей всегда от вас. Очень тяжело в регионе, в том регионе, где, скажем так, не самый большой бюджет, в регионе, где нету такого шагового приближения к мегаполису, создать работоспособную команду, объединить вокруг себя людей с интересными бизнесами. Да, вот у вас победитель, у него совсем феноменальный бизнес, да, даже как жюри признало, по меркам всей страны. Борьба была нешуточная, ведь заветные статуэтки предпринимательского «Оскара» достанутся всего 11 героям. В номинации «Сельское хозяйство» Алена Астафьева рассказала о проекте по разведению лошадей, а в номинации «Женское предпринимательство» Оксана Есипенко продемонстрировала проект своей веб-студии. Обе наши очаровательные бизнес-леди были буквально в шаге от победы и заняли вторые места в своих номинациях. Директору детского центра развития на воде Кириллу Музалеву в номинации «Социально ответственный бизнес» пришлось труднее всех. В данной номинации было представлено 5 проектов – от звуковых пандусов для слепых до кнопки экстренного вызова для детей и пожилых граждан. Проект Кирилла был высоко оценен членами жюри, но, к сожалению, не одержал победу. Тем не менее, впервые в истории на нашу зауральскую землю пришел первый предпринимательский «Оскар», который в номинации «Успешный старт» завоевал Олег Романов с проектом «Клуб Губернский бал». И вот эта победа реально мне подстегивает на развитие. Мне сейчас открывается своя танцевальная студия, я буду продавать франшизы, я буду... В конце мероприятия нас ждала еще одна приятная и неожиданная новость. Еще одной наградой, присуждаемой вне конкурса, является номинация «За вклад в развитие молодежного предпринимательства в России». В этом году ее получил руководитель бизнес-инкубатора Курганской области Юсупов Артур Марселевич. Эмоции самые неожиданные, потому что я дико болел за наших финалистов. Был уверен, что хотя бы первую в истории статуэтку в Курганскую область мы привезем. А получилось так, что их оказалось две, и одна из них моя. Но это было полная неожиданность для меня. Это были непередаваемые эмоции. Поэтому вот только такие впечатления. Все эти события и победы стали возможны благодаря реализации федеральной программы «Ты предприниматель в Курганской области». Поэтому особенно ценна оценка команде нашего региона от Дмитрия Герасимова, который в свое время сыграл ключевую роль в создании программы. Изначально мы придумали вместе с Еленой Бочаровой проект, точнее она была инициатором и вдохновителем. Придумали его в Липецке. И за годы реализации он превратился из социального проекта в регионе в приоритет поддержки малого бизнеса. Вот. Сейчас программа действует в половине регионов нашей страны и помогает молодым людям открыть собственное дело. Я был у вас в Кургане на форуме, и, честно говоря, уровень того, что я там увидел, он превзошел мои ожидания.
Вот, наверное, здесь, в кавычках, виноват команда, которая это делает. Вот, команда одна из самых, наверное, сбалансированных, одна из самых лучших. И самое главное, что команда, вот, то, что делает команда, у нее потенциал. Напомним, что ранее на семинаре по итогам реализации программы по развитию молодежного предпринимательства Курганскую область признали лучшей по администрированию. И вот очередные победы молодежного предпринимательства нашего региона стали хорошим завершением уходящего 2014 года.